Привет, ребятки! Добро пожаловать на канал Франкота. Меня зовут Стейси, и пока вы сомневаетесь, подписаться или не подписаться, что же делать? Я расскажу о преимуществах моего канала. Нет? Знаете, есть такая фраза: тема в универе, головой в песочнице. Так вот, эта фраза про меня. Несмотря на мой некукольный возраст, я все равно люблю кукол. Как вы можете видеть сзади меня. Если я вдруг куда-то опаздываю, и по пути мне попадается магазин игрушек, и более того, там есть открытая витрина, все. Считайте, я уже не пришла на встречу, потому что я залипла на этих кукол. Да, и, кстати, на моем канале будут обзоры как на оригинальных кукол, так и на подделок, потому что кукол я не делю на хороших и плохих, я делю только для себя и не для себя. Кукла не единственное мое увлечение. Еще я буду делиться с вами своим мнением о книгах, о тех, которые уже давно заняли нишу в нашем сердце, и о тех, которые только пытаются занять что-то у нас в груди. Кстати, заметьте, на немецком. Не перевод Спивак. Еще я люблю путешествовать, но не только в московском метро, нормально тоже. Я научу вас правильно носить носки. Надо было позвонить. Ох, деревья. Снимала что-то? Нет. А вы что снимаете? Да. Привет. Волосы. Чуть больше. Не хочу. Паша. Паша. Да куда ты?